Вопросов у будущих госслужащих главе республики было немало. Студентов интересовало не только строительство Гоголевского моста в Петрозаводске, но также расселение жильцов ветхих домов, капитальный ремонт пункта пропуска Вертеля, трудоустройство молодежи в республике. Второкурсница Виктория Фокина спросила, пойдет ли Александр Худилайни на выборы в следующем году. Юридически полномочия у меня заканчиваются в конце мая месяца 2017 года. Если президент даст добро, ну, наверное, пойду. Важно, чтобы еще и жители поддержали. Активная жизненная позиция студентов удивила главу Карелии. Он поинтересовался, сами ли они придумывали вопросы. Будущие госслужащие признались, что составляли их коллективно. Мы с Тутсоветом составляли список вопросов, а потом они проходили проверку на цензуру, так сказать, и потом мы просто распределили между собой каждому по одному вопросу. Александр Худилайнин также рассказал, что совершил более 300 поездок по населенным пунктам Карелии. Совместно с людьми правительство вырабатывало программу действий по развитию того или иного района. Студентов Академии госслужбы губернатор также призвал к активности. Попробовать себя в роли чиновников можно уже сейчас. В молодежном правительстве республики, по словам главы, вакантны 4 министерских должности. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».